Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку мобилизованным предпринимателям из Тверской области. Оказать им максимальную помощь для сохранения и развития бизнеса поручил экономическому блоку правительства региона губернатор Игорь Руденя. Представители малого и среднего бизнеса проконсультируют по вопросам кредитования и ведения коммерческой деятельности в период частичной мобилизации. В центре для предпринимателей доступны консультации по вопросам ведения коммерческой деятельности, банковского кредитования и другим вопросам совместно с представителями коммерческих банков и Федеральной налоговой службы. На базе центра «Мой бизнес» открыт центр помощи предпринимателям, которые подпадают под частичную мобилизацию. Да, то есть мы помогаем предпринимателям решать какие-то юридические вопросы, вопросы вообще ведения, да, и сохранения бизнеса. Сейчас очень много федеральных нововведений. В общем-то, мы помогаем предпринимателям в них разбираться. И для того, чтобы получить консультацию, можно прийти к нам в центр или позвонить по горячей линии. В свою очередь, фонд содействия предпринимательству Тверской области отвечает за получение предпринимателями кредитных каникул. Мера поддержки предусмотрена для мобилизованных индивидуальных предпринимателей, а также для руководителей юридического лица, в котором мобилизованный является единственным участником, либо его доля в фирме составляет 50%. В рамках частичной мобилизации для тех заемщиков, у которых имеется действующий договор займа фонда, могут обратиться за кредитными каникулами, то есть приостановить его действие до момента окончания службы в вооруженных силах по контракту. Как рассказывают в центре «Мой бизнес», в зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях частичной мобилизации будут подбирать индивидуальные решения вопросов.